Здорово, чуваки! Сегодня мы с вами будем записывать саундтрек. Будем пробовать его делать. Начну тогда рассказывать с того, из чего я его сделал. Это VST Expand. Прикол в том, что он как раз и написан в основном на этом VST. И получился довольно-таки реалистичным. Давайте послушаем струнные. Первые струнные. И звучат они вот так. В общем, тональность у нас ля минор натуральный. Ставил вот здесь. Эолин. Собственно, в VST я ничего не накручивал. Потом немножко обработал в микшере. И еще у нас вместе со струнами звучит такие пиццикато. Отдельно. Как бы задают ритм немного. Что я сделал вот тут? Я нажал сочетание клавиш Alt-S и немного тайминг сдвинул. Потом, что еще? Я, соответственно, настраивал еще вот тут в панели Control Channel Volume, чтобы придать звуку более реалистичный. И Channel Panning. Тоже, соответственно, чтобы нам казался более реалистичный звук, а не такой плоский, как он был изначально. Пиццикато я настроил с сочетанием клавиш Alt-R, то есть у нас тут сдвинулось немножко по панораме, по velocity. Потом, что еще? Давайте теперь перейдем к брасу, к линии браса. Сейчас прослушаем ее. Такая вот у нас брас линия, соответственно, тоже из экспанта, Trumpets Sustain и Orchestral Brass. Вот. Такая у нас линия браса, она не очень простая, сами видите, три ноты. Ее я не обрабатывал, только прикол в том, что я сделал эти две линии и вот тут развел немножко панораме, чтобы придать более широкое звучание, как мне кажется. Ударные. Ударные тоже взяты из экспанда. У нас вот там есть раздел Drums и это Live Drums. Тут в основном, тут все из барабанов и томов. Сами сейчас услышите, давайте прослушаем. Такие слегка гулкие барабаны, но они вроде придают... Они звучат натурально. Есть линия синтетического браса, Warm Horns, Горн, соответственно. Ну, вот так он звучит. Тоже все просто. Соответственно, настроил для более динамичного звука... поочередно, чтобы звучал громче, тише. А теперь тоже такой один из важных моментов, это виолин, или скрипка, по-моему. Получается, она настроена на максимальной громкости. Давайте прослушаем, как она звучит. Так вот она уходит вверх, и в конце я добавил таких колокольчиков. Тут я тоже настроил сочетанием клавиш Alt-R панораму и громкость. И что я еще сделал, чтобы они звучали как арпеджио, это я включил стрелочку вверх вот здесь вот. То есть без нее они звучат вот так. С ней вот так, и получается, настроил чуть-чуть тайм, подкрутил вперед по панораме. А, ну, я их также настроил, да, настроил тут по панораме, в разделе Control,
и по громкости тоже, чтобы они звучали более живо. Вот, в принципе, и все, из чего состоит наш саундтрек. А теперь давайте прослушаем полностью. Соответственно, я буду показывать обработки. Вот такой саундтрек получился. Спасибо за просмотр. Подписывайся. До скорых встреч.